Проекты в масштабах целой страны предстоит реализовать активистам региональной молодежки ОНФ. Об этом стало известно на встрече руководителя молодежки ОНФ Игоря Костюкевича и ребят. Это патриотическое воспитание молодежи и творческие инициативы. Кстати, теперь активисты могут получать квоты на бесплатное обучение в Институте театрального мастерства имени Иосифа Кобзона в Москве. Рассмотрели проект поддержки детей и подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Он представлен президенту. Кроме того, Игорь Костюкевич высоко оценил ту помощь, которую оказали пациентам, врачам и гражданам на самоизоляции. Руководитель молодежки ОНФ отметил, что вне зависимости от эпидобстановки поддержка волонтеров актуальна всегда. Ребята вкладывались, ребята работали. Показателем этой работы может быть то, что в команде есть такая штука, которая называется «подшефная бабушка». То есть это не просто, что пришли бабушки, что-то помогли и все. Пандемия там закончилась и так далее. Нет, ребята продолжают работать с нуждающимися и в дальнейшем. И несут в определенной степени ответственность. То есть я считаю, что акция «Мы вместе» – это некий инструмент, который заставил, помог проявить и дальнейшую ответственность.